вот, ребят, перед каждым концертом всегда, всегда репетируем. Сейчас включи, и перед каждым концертом всегда есть волнение. Почему? Потому что... Не знаю, от этого никак... Этого никак не избежать. Всегда перед выходом волнение, я не знаю, как с этим бороться. Может, даже это к лучшему. Ну, короче, я перед выходом всегда очкую. Вот что хочу сказать. Вот, а сегодня, в честь дня моего рождения, я спою вот эту песню новую «В сердце я». Эта песня еще не вышла, но мы его споем. Слушай, а какую песню подойдет? Любую. Это подойдет в моем сердце я. В моем сердце я. Блин, нам научиться. А у тебя же бубен всегда с собой был, помнишь, в летних... Ну, как бы беспонтовый был, детский был. Сейчас понтовый. Сейчас понтовый. Сейчас понтовый. Наконец-то я музыкантом стал, а не просто пересол, да? Слушай, а я сегодня попробую поиграть? Бубен подходит, пошел налево и кайф. Да, а я кайфую. Да? Сейчас попробуем? Я все поставлю. Тематически подойдет.